Camry V70 установили дополнительную навигационную мультимедийную систему, и теперь можно использовать абсолютно любые навигационные приложения. Мы базово скачали Яндекс.Навигатор, у которого есть полноценное сенсорное, даже мультитач управление, а также есть голосовое управление. Окей, Яндекс. Вы можете самостоятельно выйти в Play Market и скачать абсолютно любое приложение. Например, вам нужно Navitel. А теперь вам нужен европейский сайджик. Вы просто нажимаете «Установить», и система загрузится в это устройство, и вы его будете использовать так, как будто оно всегда здесь было. А давай теперь закачаем и покажем, как это реально делается. Navitel. Давай приостановим и скачаем сайджик. Также вы можете City Guide скачать, про город и прочее. Любые приложения доступны к вам.